Нет, твои следы не настолько большие. Пойдем мы вот как указывает бутылка. Поехали сюда. Ай, песок заносит. Ой. Заносит нас немножко. Нашли мы такую канаву. Пойдем по канаве, да? И обратно. Может, что найдем? Здесь растут яблоки-то, но по одной штучке. Я в лес хожу собирать адреналин. Мое художественное воображение рисует мне такие страшные картины, что сейчас все нападут на меня. Поищи мне ягоды. Ты уже весь лес 100 раз прошел кругами. А я, видишь, ничего не знаю. Кого там нашел? Кто там? Кто там? Где? Где? Кого ты там нашел? Мамука, на этом дереве. Пустая береза. Никого там нет. Все, пойдем обратно. Теперь обратно нам за великом тащиться, да? Кто там? Кто? Мамука. Что меня пугаешь? Я так боюсь всякой дряни. Блин, мы с тобой уже на дорогу вышли, что ли? А что так быстро? Может, это другая дорога-то? А где наш велик? Мамука! Ищи велик! Тут мы не ехали, под этой сосной мы не ехали. Ну, какой муравейник красивый. Так, значит, мы с тобой дальше в эту сторону не поедем. Тут делать нечего. Ёлка, мы на одни деревья поперек, мы же их не приезжали. Неужели я настолько ушла? Нету велика-то, мамука. Нету велика. Да, ну не настолько же я ушла. Я же не в другую сторону иду. Мы же с тобой ехали по нормальной дороге. Мы с тобой ехали по песчаной дороге. Вот по такой. Наверное. Блин, как же легко заблудиться. Курцы, а курцы у меня в лес вообще нельзя отправлять. Мамука, ты меня заблудил. Значит, я сейчас ехала по нормальной дороге. Пошла в лес вправо, вылезла на какую-то вообще стрёмную дорогу. И где же тогда моя дорога? Даже следов от велика-то нету.
Вот, короче, здесь надо мне метку поставить. Вот я овца. Тут я была, вот тут я была. Блин, теперь главная задача найти не не ягоды, а велик. Мамука, ну ты же знаешь весь лес. Ну мы же ставили их около березок. Велик-то ставили около берез. Каких берез? Теперь не только меня надо, еще и велик искать. Вечно, не могу нормально в лес сходить. Вот сосна. Проезжала я под ней? Интересно мне знать. Мы с тобой вышли вообще на какую-то другую дорогу. Велик нашла. А что это он с другой стороны делает? Блин, я вообще теперь не понимаю, где я. Я не ожидала, что он здесь, честно. Я думала, он по правой стороне стоит, а он стоит по левой. Следовательно, мы приехали оттуда. Я же ехала по правостороннему движению. Ну да, мы с тобой вот в тот лес ходили. Че, дальше поедем? Ну, поехали дальше. Вот в этом месте мы запарковали велик. Что тут? Налево заросшая дорога. Прямо нормальная дорога. Здесь пересечение этой дороги тоже заросшей. Три березки. И распиленное дерево. Так, запомнили местность. В какую сторону сходим? Давай во все четыре. И каждый раз будем приходить к велику, к нашему. Вот такой большой ягодник мы нашли. Это брусника. Если бы в этом году была брусника, можно было здесь собрать просто несколько ведер. А в этом году можно собрать только две ягоды. И все. Только две ягоды. Один, два. Так, мы сейчас вот за ту гору сходим, заглянем, что там за горой, пойдем обратно. А, пчелосины едят. Вот они какие. Вот они какие. Кусаются. Я что, вам лос? Ну как так можно блуждать в 50 метрах, а? Мамука, две-то ягоды, которые мы нашли, и то потеряли. Какая-то березка была с желтыми листочками. Во, нашли. Велик наш нашелся. Все, видите, научились мы ходить по лесу. Так, теперь пойдем в ту сторону. Прямо на пролом. Будем искать там ягоды, да? Какое дерево красивое. Горело, что ли, оно? Еще одна ягода. Сейчас опять две ягоды найдем. И потеряем их, пока вылезаем отсюда, да? Вот три-то ягодины я должна принести домой. Вот такие бруснички. Вот их рвешь сразу, раз. Несколько штук. Рвать их быстро. Я маленькой ходила, ведро набирала за раз. Обычно бруснику с яблоками замачиваем на зиму-то. Так и яблок-то нет в этом году у нас. В том году заваливались, они гнили просто. Вот такие бруснички. Ее еще разберешь, ее еще меньше будет. Вот тут гнобобли должно быть. Просто гора.
Во, несколько ягодок есть. Вот он, гнобобель. Вот он, гнобобель. Как черника, только кустики повыше, ягодки такие длинные. Ну, ягоду-то уронила. Гнобобель. Очень вкусный из него компот. Но вот не набрать его тоже. Вот гнобоблина. Такая ягодка. Вот она внутри какая. Вот такая она внутри. Ну, зернышко. Привезу домой из леса, как всегда, смешной урожай. Еду, еду. Измучаюсь вся. Привезу два гриба и три ягодины. Ну, это я так лес изучаю. Изучаем лес. Все равно чуть-чуть набрала. Вылезем куда-то на дорогу. В ту сторону совсем все заросшее. В эту сторону более-менее. Наверное, это вот та дорожка. Может, это не та дорожка. А тут дорога-то вообще их в тропку превращается. А, вот тут был проезд, видимо, сырой. Так. А где я велик-то поставила, я уже не помню, на пересечении или нет. Или это в тот раз я поставила на пересечении. Ну, право, лево, лево, право. Я что-то вообще думаю, что иду в эту сторону, а когда нахожу велосипед, понимаю, что я думала не так. Ну, тоже по три ягодины можно собрать. Вот гнобобель. Вот гнобобель. Бачок, где хоть что-то можно собрать. Вот столько мы ягод набрали, целое ведро, да, мамука? Вылезли мы из этого ягодника. Прошли по дорожке. Она должна пересекаться с нормальной дорогой. Вот спереди какой-то просвет. Оно, не оно. Вроде похоже. Потом было какое-то страшное дерево. Внутри горелое. Значит, велик там. Время уже 2 часа. Там просвет какой-то слева непонятный. Я там не была, по-моему. Время уже 2 часа. Я Кириллу сказала, если я не приеду, ты за мной езжай. Ну, куда идти-то? Вот реально не соображаю даже. Вот видел я эту дорогу, не видел. Мне кажется, я ее видела с той стороны. Еще говорю, наверное, она была сырая. Вон тут следов-то сколько, смотри-ка. Волчьи следы, нифига себе. Или это твои? Мамука. Нет, твои, наверное, следы. Это ты нюхал следы кабана, правильно? Нет, твои следы не настолько большие. Тут вон какие большие. А ты маленькие оставляешь, мамука. Хм, кабаненок тут шел. Маленький след от кабаненка. Вот он. Кабаненок шел. Ты видел? Кабанчик. И волк шел. Это не ты, мамука, это до тебя шли. Ой, страшно. Где мы с тобой, а? Мамука, ты меня закружил. Я уже не понимаю, в какую сторону я иду. Еще солнца-то нету. Сейчас нас волки сожрут. Свежие следы-то. Все, позвонить бы сказать, что я заблудилась, так связи-то у меня нет. Так и знала, что не могу нормально вернуться никогда. Это реально, это не наигранно, это я такая просто, блин, овца. Я пойду и заблужусь всегда-всегда. Я даже по городу так же ходила в Питере.
Пойду в трех улицах заблужу, не могу Невский проспект в центре найти. Мамука, ко мне. Пойдем мы обратно. Стоим мы на распутье. Тут уже не три березы, а две. У нас полное ведро ягод, велика у нас нет. Дороги одинаковые, то есть там была одна наезженная, другая нет, а тут они в принципе одинаковые. Бутылочка тут какая-то в можжевельнике лежит. Так, в какую сторону идти, я абсолютно не понимаю. Мне подсказывают, что туда, потому что дорога более наезженная. Пойдем туда. Зарядка у меня кончается. Так что снимать я не буду, пока велик не найду. Там вообще кабаны ходят. Но там уже место вообще безлюдное. Там кабаны. Там не кабаны. Туда машины точно не ездят, там палка наискосок. Там могут ездить теоретически, туда тоже могут ездить, но это уже дорога в лес. То есть лучше, наверное, туда идти, она самая наезженная. Я-то приехала из нормального места, цивилизованного, следовательно, пойдем по самой цивилизованной дороге. Пить хочу ужасно. Только бы не кончилась наша дорога. Вышли мы еще на какую-то дорогу. Здесь лежит бутылка халзана какого-то. Так, мы пойдем туда или туда. Там что-то гудит в той стороне. Пойдем мы вот как указывает бутылка. Не знаю, в ту сторону иду, не в ту иду. Мне кажется, может, я к озеру пошла. Но если будет дорога дичать, то я вернусь. Просто по соседней дороге-то я шла, вот по той. Она вглубь-то же там вообще с кабанами. Женская логика, блин, а? Мамука, велика-то нашего нигде нет. Где машина? Непонятно, где-то гудит что-то. Нет, все-таки нам надо идти в ту сторону. Потому что там у нас были кабаны, а спереди у нас цивилизация. Да? Давай бутылку развернем. Если нас будут искать, мы с тобой стрелочку нарисуем. Что мы пошли туда. Да, по бутылке. Не разворачивай ты ее. Я хочу ей дорогу пометить. Он уже взбесился. Отдай бутылку. Отдай бутылку. Я хотела ей дорогу пометить, что мы пошли туда. Унес, короче, он мою бутылку. Вот туда ее положим. Вот так, носиком. Туда. Ладно? И пойдем в ту сторону. Да. Бешеный зверь. Что с тобой? Все, выключаем телефон, пошли. Пошли в ту сторону. Ты дурак, меня кусаешь? Что ты взбесился-то? Пойдем туда. Мамука! Укусил меня за ногу, паршивец. Пойдем. Без велика домой. Это чудо, я велик свой нашла. Вот они, три березы. Вот он, мой велосипед. Вот мой мамука. Хорошо, что я в ту сторону не пошла. Нашла я вообще, у меня мозг работает. И ягод я набрала. Ну, какие у нас ягодки хорошие. И велик наш на месте. Собака мне тяпнула больно.
прям сквозь резину прокусил. Взбесился, что я дорогу не знаю, и давай меня жрать. На бутылку напал, на полторашку, на меня напал. Фу. Пить хочется, да? Пойдем домой? Поедем, а не пойдем. Я думала, мы уже пешком с тобой пойдем. Но мы же с тобой умные, мы же велик смогли найти, да? Вот такие вот мы с тобой. Молодцы. Пока дождя нету, наберем еще веточек брусники. От велика я уходить не буду никуда. Наберу веточек брусники и высушу их чуть-чуть совсем. Может, веточек черники. И на обратном пути еще там зверобой нарвем. Продырявленного. Вся в этих ластиных блохах. Они по спине лазят. Машина гудит. Может, нас уже ищут, а может, кто-то другой едет. В общем, пора домой. Главное, велик нашелся вообще. Я не ожидала от себя такого. Я думала, все. Думала, уже пошла в никуда. Пойду, куда пойду. Куда приду, не знаю. Пришла к велику. Я так удивилась, я даже иду, у меня просто глаза вот так вытрущились от удивления, что я вообще нашла его. Не умею я ориентироваться абсолютно. Надо просто чаще выходить, наверное. Тренировать память свою. Памяти вообще нету. Ну, ягод набрали хоть сколько-то. Поедем домой. Вон в ту сторону. В ту сторону нам домой, это я точно знаю. Потому что движение у нас правостороннее. Я не ехала на велике по встречке, я ехала по своей полосе. Припарковала его справа. По движению, следовательно, домой я туда поеду. Давай в баню, то как ее? В это. В да не надо, нет, я доеду обратно сама. Я еще зверобой нарву. А? Зверобой еще нарву. Ой. И ты одна, значит? Да, с мамукой была. Мою хрен выгнали. Забрали. Дети охотники, блин. Пес мой уехал на машине. Мамука в машину попёр, прямо через водительское окно. Дверь-то закрытая, окно открытое, он прыг туда. Залез. Там дядь Коля с папой с рыбалки ехали. Папа сказал, что ты тут берёшь, тут ягод нет. А я откуда знаю, дяди. Вот что я машину увидела, спросила у них, а деревня точно там? Потому что я сомневалась, думала, может, они только что поехали на рыбалку, а не с рыбалки едут. Такое у меня поле. Нашла я зверобой. Если цветочек оторвать и потереть, то получается вот такая вот фиолетовая краска. Это вот не зверобой. Вот зверобой как выглядит. Красота. Мне повезло найти земляничку. Ну, вот она. Одну последнюю земляничку. Нагулялась я, отдохнула. Пойду делать дела, работать, варить, рисовать. Но без таких прогулок вдохновляющих. Как рисовать без таких прогулок? Вдохновение нужно нагулять.